Хоть и солнышко, но холодно. Да, и поднимались сюда. Поднимались и спускаемся. Туристы там на водопаде спрашивали: а вы откуда приехали? Я им говорю: с Адлера. А как вы сюда поднимались с велосипедом? А я им говорю: приехал на Ласточке в Розу Хутор. И с Розы Хутора полностью сюда поднимался на Поликарях.